Всем привет, это Алексей. Сегодня я решил проверить один интересный рецепт под названием «Настойка на финиках». Для этого мне понадобятся финики, хорошо очищенный самогон двойной перегонки, можно взять водку и пустая емкость. Перекладываю финики в банку. И заливаю все самогоном. Так как финики сухие, в отличие от свежих и замороженных ягод, им нужно дольше времени для настаивания. Поэтому я закрываю банку крышкой и убираю в темное место на 20 дней. Прошло 25 дней. Этого вполне достаточно для сухих вяленых ягод и фруктов. В настойке очень большое количество мелкой взвеси или осадка на дне. Я думаю, что очень тяжело будет фильтровать. Поэтому я профильтрую два раза через 4 слоя марли, а потом через ватные диски. Как я уже и говорил, что на дне очень густой осадок. Он буквально имеет консистенцию жидкого меда. Вот он даже не проходит через 4 слоя марли. Мне буквально приходится помогать ложкой, чтобы хоть как-то профильтровалось. Настойку профильтровал. На фильтрование ушло 2 марли по 4 слоя и 3 ватных диска. В итоге получилась вот такая красивая настойка медового цвета. Сейчас я ее перелью в бутылку и уберу на 3-5 дней в холодильник, чтобы она отдохнула. Перед тем, как перелить настойку в бутылку, я решил померить ее мерным стаканчиком. В итоге у меня получилось 300 мл настойки. А в самом начале рецепта я использовал 500 мл самогона. Получается, что 200 мл настойки у меня впитали марля, ватные диски и сами финики. Хотя финики можно было отжать и получить около 100-150 мл настойки, но я их уже выкинул. Настойка постояла 5 дней, отдохнула. Этого, конечно, мало, но я все равно немного попробую. Цвет получился очень приятный. Я бы сказал, шикарно. Если не знаешь, что налито внутри, то можно подумать, что это виски или бурбон. А вот запах непонятный. Пахнет жженым сахаром, скорее чем финиками. На вкус настойка сладкая, хотя сахар я не добавлял. Крепкая. Финики совсем не понизили градус. После вкуса опять же непонятное, то ли жженый сахар, то ли финики. Я думаю, этой настойке нужно постоять, отдохнуть минимум месяц. Тогда вкус станет сбалансированным и понятным. Итак, в принципе, настойка имеет место быть. По пятибалльной шкале не могу ничего пока поставить. Для себя эту настойку ставить не буду. Этот раз был для проверки рецепта, как я и говорил в начале. Смотрите видео. Решайте сами, ставить вам такую настойку или нет. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!